Так, произвели наладку гидравлического гибочного пресса фирмы Харсли. 160 тонн, 3200 рабочая длина гиба. Интересный конструктив станка и гидравлический компонент у нас Bosch Rexroot. Сервоклапана Y1, Y2 регулируемые, да, то есть задняя балка у нас выполнена на алюминиевых профилях. Присутствует ось X, ось R, два моторизированных задних упора, два статичных, то есть всего их 4. Z1, Z2, грубо говоря, компенсация прогиба гидравлическая. Вот. Гидросистема тоже выполнена достаточно грамотно. Вот, сборка качественная, понравилась мне. В принципе, каких-то изъянов нет. ЧПУ система у нас DLM DA58T тачскрином. Понравилась мне еще вот эта система зажима. Достаточно массивные ручки. Все хорошо отрегулировано. Есть функция быстросъема, вот, для установки инструмента. Инструмент можно установить как снизу, так и сбоку. В принципе, проблем нет. Есть система лазерной безопасности. Вот. Так, у нас включеночки. Так, вот у нас моторизированные задние упоры. Вот. Два статичных и два у нас, они ходят от пульта оператора. Вот. ЧПУ DLM DA58T, да, у нас на тачскрине. В принципе, гнули сейчас шестерку на всю длину, практически все отлично, проблем нет. Так, серийный номер у нас 017-135, 3200 рабочая длина, да, 160 тонн. Ну, в принципе, все, пусконаладка закончена, оператора обучен. Ну, сейчас еще он поработает, скажем ему какие-то, может, замечания там будут, еще что-то. Ну, вот общий вид станка. В принципе, на этом все.